Диспансерное онкологическое отделение из городской больницы номер 1 перенесли в онкодиспансер на Плохотного. Благодаря этому врачи смогут оперативнее работать, пациенты быстрее узнавать диагнозы. Больной, приходя в диспансерное отделение номер 2 на Залесского и с недостающими какими-то буквально параклиническими обследованиями, нет общего анализа крови. И для проведения консилиума не хватает этого общего анализа крови. Этот больной был маршрутизирован в поликлинику по месту жительства или в ЦАОП. Там он дообследовался, все это занимало определенное время, затягивались сроки оказания помощи. Сейчас все недостающие анализы будут брать сразу при обращении пациента в онкодиспансер. Собрать консилиум трех врачей-онкохирурга, химиотерапевта и специалиста по лучевой терапии смогут в этот же день. А это значит, для пациента в кратчайшие сроки разработают тактику лечения и приступят к терапии. В случае со злокачественными опухолями действовать нужно быстро. На ранних стадиях шанс на выздоровление выше. По этой же причине важно вовремя обнаружить заболевание. В рамках диспансеризации профосмотра, которые расписаны на самом деле на каждый возраст старше 18 лет, существует система скрининга онкологического заболевания на ранней стадии. И мы призываем граждан Новосибирской области активно записываться через 122, через портал госуслуг, через регистратуру, в отделение профилактики для того, чтобы пройти эти медосмотры. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.